На ковре борцы весовой группы 48 килограмм, борьба за третье место. Трико. Гармаев Михаил представляет команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ. 4 года занимается вольной борьбой под руководством тренера Гергенова Далекова Чингиса Ильича. Лучший результат, 2-е место на всероссийском турнире Балдынов, город Улан-Удэ. Его соперник борец Сеня Трико, Шабасоев Бат. Команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ, представляет спортивный клуб «Патриот», занимается борьбой и является бронзовым призером первенства города Улан-Удэ.
победу одержал Михаил Гармаев, Республика Бурятия, и занимает бронзовую.